мы не знаем, находимся во сне или нет. Человек вообще считается спящим, если он чувствует только наш мир. Ведь в нашем мире даже мы все воспринимаем в сравнении. Свет, тьма, сладкое, кислое. Все только в сравнении, сопоставлении, в столкновении двух различных ощущений. И на их грани мы и ощущаем. Мы не можем ощущать только одно без другого. До тех пор, пока мы не ощущаем другого мира, кроме нашего, мы не можем на самом деле узнать, существуем ли мы реально, или мы на самом деле находимся в спящем состоянии, в таком сомнамбулизме, и вот непонятно, мы сейчас живем или спим. Только лишь если мы встанем, как вот в этом клипе вскакивает парень, тогда он поймет, что тогда он спал. Для этого нам надо выйти в другое ощущение, в другой уровень ощущения мира, в другое измерение, и на сопоставлении их обоих понять, что каждая из них является несовершенным, а именно на сопоставлении, на соединении между ними мы и найдем свое истинное существование.